about humanity. Сегодня мы проводим финальный этап всеукраинского гран-при «Атака». На сегодняшний день 350 участников со всей Украины. Проводим турнир на базе комплекса детско-юношеской спортивной школы ХТЗ уже не первый раз. По итогу этого соревнования будут выбраны лучшие спортсмены своей категории и будут им выданы денежные призы. Я принял участие во всех этапах Гран-при «Атака». Во всех этапах одержал победу. Очень доволен своим результатом. Ну и благодаря этому я стал лучшим спортсменом среди юниоров. Турнир мне очень понравился. Все было отлично, проведено на высоком уровне. Спортсмены были подготовленными. Ну и в дальнейшем планирую продолжать выступать. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича Долгополова за колоссальную работу, которую он с нами проделал. Он, правда, сейчас не может нам помочь на этом турнире. Он находится в Ирландии на чемпионате Европы по олимпийским весовым. Но достаточно много работы было проделано, и благодаря этому я выиграл на этих этапах гран-при. К сожалению, не смог принять участие в этих соревнованиях, потому что получил травму. Надеюсь, что скоро выздоровлю и приехал сюда поболеть за свою команду. Ведь мы стоим один за всех и все за одного. Команда у нас дружная. Мы всегда тренируемся под руководством нашего тренера Андрея Васильевича Долгополова. Всем участникам нашей команды я желаю успехов и, конечно же, побед. Данный турнир является ключевым, останнім, ну, один з останніх турнірів, тому це є додатковою мотивацією для спортсменів для досягнення нових результатів. Організація турніру проходить на найвищому рівні, можна сказати. Це і грошові нагороди, і медалі. Надіємось, такий рівень буде підтриманий і надалі. Тому до нових зустрічей в наступному році на «Атаці». Дякую.